скумбрия на углях и жареная картошка на саджи. Это блюдо мы сегодня будем готовить. Привет, друзья! Канал The Kazan снова в эфире. И сегодня, в этот январский морозный денек, мы будем готовить на Генрихе скумбрию. И на гарнир я еще пожарю картошечку с грибами. Не переключайтесь, будет вкусно. Я уже снял несколько видео с рецептами приготовления этой чудесной, вкусной, полезной и всеми любимой рыбы. И в этом видео два новых маринада и, соответственно, несколько иные вкусовые ощущения. Ну и для приготовления этого рецепта нам понадобится, собственно, скумбрия. Вот такая вот красивенькая у нас сегодня, ну, впрочем, как и всегда. Далее лимон, петрушка, масло растительное, масло, в моем случае, подсолнечное. Далее растительное оливковое, соевый соус. И из специй будем использовать имбирь молотый, перец сладкий молотый и приправу для рыбы. Также соль, перец черный молотый. Для приготовления жареной картошки нам нужно будет лук, шампиньоны, картофель и специи тимьян и розмарин. Да, и в шампиньоны я еще добавлю прованские травы. Итак, друзья, для первого рецепта нам понадобится перец красный сладкий, ну, наверное, чайная ложка, даже полторы чайных ложки с горкой. Дальше добавим сюда имбирь, пол чайной ложки. Далее нам нужен будет сок лимона. Сейчас мы его вот так вот покатаем. Все замерзает, поэтому сегодня условия далекие от идеальных, прям такие экстремальные. Выдавливаем. Хорошо выдавливаем. Соевый соус, он даст нам еще и соль, поэтому солить мы не будем. Подсолнечное масло. Я все делаю на глаз. Я думаю, вы будете делать то же самое. А потом каждый для себя определит, сколько чего ему нужно для приготовления этого маринада. Все это мы размешали. Маринад готов. Ну, так, по густоте, наверное, еще добавлю паприки немножко. Этот аромат нам не помешает. Далее берем емкость. У нас 4 скумбрии, соответственно, 2 штучки мы будем готовить по одному рецепту и 2 по другому. Это блюдо больше ориентировано на готовку на кухне в духовке, поэтому вы можете ее разделать, разрезать пополам, вынуть хребет, и она будет, естественно, мариноваться гораздо быстрее. Но чтобы ускорить процесс, мы тоже сделаем небольшие надрезы, в которые будет заходить маринад. Это не как в рецепте с карасями, для того чтобы кости, здесь костей нет, просто чтобы в эти разрезы заходил маринад и скумбрия мариновалась быстрее.
Теперь выкладываем ее в емкость. Поливаем маринадом вовнутрь. Хорошенечко так. Теперь с одной стороны поливаем. Как это показать? И хорошо втираем, чтобы маринад проник в эти разрезы, которые мы только что сделали. И то же самое с другой стороны. Растираем. Плюс маринад еще здесь на дне. Одну рыбку мы замариновали. Убираем. Причем я отнесу в дом, в тепло. Для второго рецепта. Так, нам побыстрее, пока тут все не замерзло. Значит, берем рыбку, оставшиеся две штучки. Посыпаем солью. Ну, где-то по пол чайной ложки в каждую. Далее. Перец черный молотый. Такое же количество. Приправа для рыбы. Теперь мы берем оливковое масло. Немножечко. И можно даже тот лимон, из которого мы выдавливали, плюс еще свеженького, сюда закладываем. Ну и по веточке петрушки вовнутрь каждой рыбки. И тоже оставляем это все мариноваться. А сами идем к костру. У нас сегодня два костра. Друзья, как всегда, на разожженную печь Марусю устанавливаем садж и даем ему нагреться. Генрих у нас тоже разожжен. Ждем углей. Садж нагрелся. Наливаем масло и тоже нагреваем его. Масло разогрелось. Загружаем грибы. Шампиньоны немножко обжарились. Добавляем прованских трав, ну, наверное, чайную ложку. Перемешиваем. Шампиньоны готовы, убираем. И они впитали как губка все масло, поэтому сейчас мы заливаем масло. Масло нагрелось, загружаем картошку. Картошка в порезанном виде у меня лежала в воде, и потом, ну, практически перед самой готовкой я ее слил, дал водичке сбежать, откинул на дуршлаг. И теперь мы жарим. Это сделано для того, чтобы крахмал между кусочками картошки вымылся и она не слипалась друг с дружкой. Картошка жарится. В Генрихе дрова горят. Процесс идет. Жарилась.
берем розмарин, растираем его в руках и посыпаем картошку. Обожаю розмарин в картошке. Ну и тимьян. Загружаем лучок, накрываем всю картошку. И пусть он потихоньку выпаривает влагу и проседает. Переворачиваем. Отдельно выкладываем ту скумбрию, которая мариновалась с лимоном и с петрушкой. И отдельно, которая в специально приготовленном маринаде. Закрываем и идем к костру. Точнее, к углям. Дрова в Генрихе прогорели до седых углей. Устанавливаем решеточку и жарим. Далеко не отходим, потому что скумбрия очень жирная рыбешка. И с нее сейчас начнет капать жир, и он будет моментально загораться. Следим. Пришло время посолить картошку. Теперь уже с луком. Ну, наверное, пока что чайную ложку. Перемешиваем. Ну вот, процесс идет. Переворачиваем. Все прекрасно обжаривается. Ждем. Потихонечку все у нас обжаривается. Лучок уже стал таким полупрозрачным. Еще немножко и будем загружать грибочки. Как же это все вкусно пахнет. Ну вот, как красиво обжаривается наша рыбка. И не менее красиво обжаривается картошка. Как красиво сейчас на улице. Пришло время загружать грибочки. Картошка близится к финалу. Здесь тоже все движется к окончанию процесса. Перевернули в очередной раз. Как бы так показать. Ну, это потемнее, подгорает маринад. Скумбрия на углях готова. Убираем. Генрих молодец. Друзья, сегодняшняя готовка экстремальная. Видите, подошла к концу. Значит, дегустируем рыбку. Бомбовски. Это та, которая была с маринадом. Теперь кусочек, которая была вот это мне, наверное, больше нравится. Оно сочнее получилось. Как ни странно. Ну, а картошку, это банально. Картошка, картошка. Классно. Друзья, если это видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь с друзьями, нажмите подписаться и пока-пока.